зачем мы вообще едем? Мы уже далеко от дома. Даже на другом континенте. Правда, зачем Черчилль нас сюда отправил? Вам не понять. Вы никогда не поймете все, что существует в мире. У вас довольно-таки плоские знания. Вы думаете, что есть только обычные танки и все. Нету никаких необычных существ. Но тут... Тихо. Главное, замолчите. За этим холмом. Я кого-то слышал. Кажется, сейчас будет Мочилово. Спрячьтесь среди деревьев. Он может не найти. А я вас уже нашел. А, пизда, пизда, пизда. Так, спокойно. Послушай, может быть, ты просто пойдешь с нами? А почему вообще вдруг мы стали врагами? Давай ты с нами просто потому, что тебе хочется пойдешь, не знаю, там. Ага, чтобы вы меня заперли, как мы и моего отца, тогда получайте. Черт. Слабак! Черт, у меня пукан пригорел! Вот черт! Видимо, придется выпускать тяжелую гирю. Или как там говорится? Тяжелую бомбу или... Козырь. Ладно, короче, козырь в рукаве, все.